Всем привет. Цилиндр под броненакладкой. Многие говорят, что якобы под броней открывать цилиндры сложно. Но на самом деле ничего сложного в этом нет. Возьму, сделаю чисто один оборот. Так. Вначале переставим натяжок. И мы видим вскрытие. Так, сейчас мы поставим клюшечку сразу, чтобы цилиндр в холостую не крутился, потому как замочек дав, мы уже понимаем, что этот замок нужно открывать только таким образом. Так. Ну, мы видим, закрылся он уже, в принципе. Так, сейчас, одну секундочку. В общем, на этом видео заканчивается. Всего доброго.